Как не решишь, можешь достать. Производство Rainbow SRL. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе. Винкс, волшебству у нас учись. Мыслям добрым улыбнись. Без оглядки в путь пустись. Как ветер, если решишь, можешь стать одной из нас. Мы волшебницы, добрые феи. И, конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе. Винкс, мы от вас недалеко. Мы подружимся легко. Не разлучит нас никто. Винкс. Школа волшебниц. В прошлой серии Муза знакомится с Джередом, специалистом, который влюбляется в нее. Но Дарси использовала его, чтобы устроить ловушку в симуляторе. В последний момент Винкс объединяются и побеждают. Невидимые пикси. Осанка, принцесса Лейла. Голову выше. Да, няня. Звонил ваш отец? Да. Он хотел убедиться, что вы посещали свои занятия. Да, конечно. Следите за осанкой, принцесса Лейла. Да. Сегодня вечером вы будете при дворе. Да. Вы должны сидеть тихо. Да, няня. Вы будете сидеть тихо. И не двигаться. Да, няня. Молчи, ни с кем не разговаривай. И никто не будет говорить с тобой. Ты одна! Нет! Нет! Не одна! Потута! Пожалуйста, отпустите меня! Потута, Потута! Дорогой Гелия, я начинаю уставать. Последние 2 недели мы ничего не делаем, только тренируемся, учимся и боремся с монстрами. А сегодня у нас 2 урока конвергенции. Девочки, нам нужно срочно отдохнуть. Ты что, предлагаешь прогулять школу? Нет, не надо. Если пропустите школу, у вас будут проблемы. Блум, а ты что думаешь? Ну, я бы не хотела расстраивать Фарагонду. Я уверена, что она поймет, что нам нужно походить по магазинам. Ага, я хочу пойти на танцы. Танцы – это весело. Привет, Муза. А где Текна? На завтраке с Тимми. Просыпаться поздно и напяливать непонятно что, недостойной леди. Я заходила забрать почту. Магограмма для Стеллы, загадочное письмо для Флоры, а это для Блум от твоих родителей. Так мы устраиваем себе выходной или как? Девчонки, у меня появилась идея. Добро пожаловать в Гординию.
Блум, поездка на Землю – это гениальная идея. Да, школа начала доставать меня. Только давайте не будем терять феечек из виду. Итак, Блум, почему ты передумала и решила прогулять школу? Сегодня моя мама дает показания в суде. Я хотела вернуться в Гардинию и поддержать ее. Девочки, может, погуляем по центру, пока Блум будет с мамой? Но вы туда будете долго добираться. Утром автобус стоит в пробке. Давай, езжай! Эй, без проблем, мы можем долететь. Стелла, нет! Извините! Что? Они репетируют для школьного спектакля. Что? Я не слышу. Стелла, без волшебства. О, превращение тоже в счет, да? Я слышал, что вы много работаете, поэтому я купил тебе новый теплоотвод. Уа, ты купил мне подарок? Спасибо. Эта модель была усовершенствована, и она не дает компьютеру перегреться. Ты очень внимательный, Тимми. Тебе нравится? Да, но это подарок для моего компьютера, а не для меня. Так на, я тут подумал... Да? У программы тазорного исчисления волшебных графиков много новых функций. Слушай, Тимми, прости меня, но я целый день занимаюсь программой. Я понимаю. Я пришла сюда, чтобы отвлечься от уроков, ясно? Мне казалось, ты любишь компьютеры. Это место так отличается от Магикса. Да, чувствуется пульс всех этих людей. Да, это целая планета, полная магазинчиков, в которых я еще не бывала. Я пойду встречусь со своей мамой. Кстати, где Пикси? Пиф здесь, в капюшоне Лейлы. А Локет испугалась вонючего и шумного мотоцикла. Не волнуйся, остальные пошли ее искать. Вы хотите сказать, что Пикси летают тут одни? И что такого? Они найдут дорогу домой. Стелла, это Земля! Тут никто никогда не видел Пикси. Кто знает, что может случиться? Ах, как грустно и романтично. Ну что, ты хорошая юная леди? Да, мадам. Нам надо вернуться! Эй, мы здесь, между прочим, только потому, что ты испугалась и улетела. Так-так, что тут у нас? Ты потерялась, маленькая девочка. Ладно. Давай найдем твоих маму и папу. Хорошо. Меня тут развлекали волшебные подружки. Правда? Тебе повезло. Я не понимаю, что происходит. Они нас не видят. Наконец-то мы все снова вместе. Нет, только одной. Я надеюсь, Блум присоединится к нам позже. Будет очень жаль, если она пропустит распродажу. Я не могу поверить, что ее трусливая Пикси пошла с ней. Локет теперь не боится. Пикси видят только дети. Пошли, Кевин, пошли. Фу, грязные руки. Извините меня, девочки. О, нет, снова полиция. Почему вы в магазине? Разве вы не должны быть в школе? Послушайте, мы... Да, сэр. Чем мы можем вам помочь? Сначала скажите, в какую школу вы ходите? Мы ходим в Алфею, это за городом. У вас есть разрешение быть здесь? Конечно, сэр. Если хотите, могу вам дать телефоны наших родителей, и вы сможете проверить. Нет, нет, все в порядке, приятного дня. Ты хорошая актриса. Она не актриса, ее осанка, ее вежливость. Да, и что? Она мастер этикета. Привет. Меня зовут Энн. Хочешь быть моим другом? А что ты делаешь? Похоже, это весело. Я танцую. Ты не умеешь? Ты такая легкая. Хочешь, я тебя научу? Соня. Да, давай, признавай.
признаваться. Где научилась так разговаривать? А, ну вы же знаете, я принцесса Андроса. Среди нас есть принцессы, и тем не менее, Блум, например, даже попросить ни о чем не может. В Андросе принцесса почти ничего не делает. С самого рождения меня учили только одному. Быть мастером этикета. Да, именно. И это очень скучно. Неправда. Ты целый день стоишь прямо и говоришь «Да, мадам!» Принцессу должны видеть, а не слышать. Я это прекрасно знаю. Я не могла с этим смириться. Я должна была вырваться на свободу. Можешь об этом не волноваться. Теперь ты с нами. Да. Лейла, мы проследим, чтобы тебе было весело. Ты молодец, мама. Может быть. Но так ли я поступаю? Может, не стоило подавать в суд? Мама, послушай, эти воры сожгли твой магазин. Я знаю, но у них уже есть судимости, так что их надолго отправят в тюрьму. Мне непросто. Но если не ты, они сделают это снова и пострадает еще один владелец магазина. Ах, Блум, ты стала такая взрослая, я почти не узнаю тебя. О чем ты? Ты поддерживаешь меня. В последнее время много чего случилось. Это символ моей родной семьи. Тут написано Дафна, Блум, Аретел и Мариам. Аретел и Мариам мои... Твои родные родители. А в центре мой семейный герб. Извини, мама, тебе, наверное, неприятно это слышать. В моих снах я все время слышу колыбельную моей родной матери. Но твои песни у меня в сердце. Ты и папа всегда будете со мной. Спасибо, Блум, но не волнуйся за нас. Иди узнай то, что ты должна знать, хорошо? Блум, что делает Кика? Там ничего нет. Но это очень сложно объяснить. Куда дальше? Эй, смотрите, клуб! Я не знаю. Сегодня будний день. Тут, наверное, одни неучи. Да. Мы будем сами по себе. Мы не будем ни с кем общаться. Я присоединюсь к вам позже, хорошо? Ты встретишься с Блум? Да, сразу после того, как я еще раз пробегусь по магазинам и куплю чего-нибудь для Брэндона. Ты готова? Да. Увидимся. Гелия. Девчонках есть что-то особенное, я вижу. Она сменила музыку, наверное, у нее какой-то новомодный пульт. Да, нет, ты не видел другую, у них есть какая-то волшебная сила. Тебе нужно перестать читать книги про Гриетту Поттер. Я не умею читать, тупица. Подожди. Что такое, Флора? Что-то не так? Нет, ничего. Ничего. Несмотря на определение «не так», много слов имеют такое широкое значение. Это письмо. Это письмо для... Оно твое. Держи. Увидимся позже. Ого. А, Флора, что происходит? Ты упустила прекрасную возможность. Энн, спасибо, что пришла навестить меня. Лейла, ты не должна чувствовать себя одинокой. А что будет, когда наступит темнота? Не волнуйся. Я никогда не смогу сбежать из дворца. Лейла, где бы ты ни была, ты можешь быть свободной. Я не понимаю. Просто нужен друг, с которым можно танцевать. Ты танцевала, чтобы отвлечься от скучных обязанностей принцессы? Знаешь, это много для меня значит. Спасибо, муза. Конечно, без проблем. Давай. Покажем им, как здорово мы танцуем. Итак, Гризельда, вы нашли Блум и других? Не,
Нет, директриса, их нет на кампусе. Это плохо. Я боюсь, что с ними может что-то случиться. С ними точно что-то случится, когда я их найду. Отлично! Ведите себя хорошо и не пострадайте. Руки прочь! Муза! Не хочу признаваться в этом, но я рада, что ходила Гризельде на уроки самообороны. Так, с этого момента это частная вечеринка. Те, кто не хотят играть, уходят сейчас же. Хорошо, мы не хотим играть. Можно мы уйдем? Эй, все сюда! Что такое? Муза и Лейла! Они все еще там! Мне не нравится это место. О, как грубо! Ничего не происходит. Посмотрим. Все это плохо. У Музы и Лейлы проблемы. Ты шутишь? Мы не сможем пройти туда, если только ты не знаешь невидимое заклинание. Я не знаю, но у меня есть идея получше. Что вы от нас хотите? Скажите нам, как вы управляете музыкой? Мы знаем, что у вас есть волшебные силы. О чем вы говорите? Вам не о чем беспокоиться, если волшебство будет происходить по нашему приказу. Что мы будем делать? Они точно не хуже, чем темные монстры. А? Хватайте их! Муза, тут темно, где ты? Поймал. Все в порядке, я здесь. Не бойся темноты. Я ничего не могу поделать. Где ты? Она ушла. Теперь ты одна. Да, твоя подруга бросила тебя. Что теперь? Лейла, ты в порядке? Соберитесь, дамы, мы вам поможем. Хорошо, что они нас не заметили. Оттуда! Лейла. Я так и знал. Вы видели это, да? Пусть они отведут нас в школу магии. Пусть! Ты в порядке? Угу. Прости, на секунду сорвалась. А теперь научим этих парней манерам. Я сделаю басы погромче! Как можно подходить к девушке в таком виде? Как грубо! Получай! О, страйк! Это наш шанс! На заднюю лестницу быстрей! Сюда! Наверх! Да, быстрее! Я держу! Эти глупые девчонки сбежали. Босс, ты такой симпатичный. Идиоты, догоните их! Они вызовут полицию! Нет, мы в ловушке! Нас нельзя вот так взять и кинуть. Мы спасены! Бревис Сомнус!
Наши спасители! Да, похоже, мы попали между молотом и наковальней. Вы прогуляли уроки и покинули территорию школы без разрешения. Это серьезное нарушение наших правил. И вы будете наказаны соответственно. Сегодня вы будете убирать всю школу. Нет, только не это. Мы не можем убирать каждую комнату в школе. И пол, и потолок, и стены. Но наше волшебство не сработает на таком пространстве. Похоже, вам придется использовать конвергенцию. Нет, только не волшебная конвергенция. Именно она нас так и утомила. Вам всем нужна практика. Впереди вас ждет длинная и сложная битва. Лорд Даркар только и ждет, чтобы вы ушли и заблудились. Да. И чтобы противостоять ему, вы, девочки, должны изучить сами себя. Почему? Я боюсь говорить с Гелия. Я знаю, что это глупо. Мы все иногда делаем глупости. Сегодня я привела Музу в опасный танцевальный клуб. Почему ты боишься ходить одна? Я не боюсь ходить одна, я боюсь оставаться одна. А? О чем ты? Когда я была маленькой девочкой, моя единственная подруга уехала. И с тех пор у меня не было друга, с которым я могла бы танцевать. Но теперь я часть Винкс. Я знаю, что мне нечего бояться. Да, я тоже чувствую это. Я не должна бояться. Мне очень нравится Гелия. Мне кажется, я влю... А! Неважно. Тут и потуда. В следующей серии «Школы волшебниц» Скай возвращается домой на Эраклеон. Там он узнает о похищении принцессы Диаспоры. Блум и Флора помогают Скаю бороться с загадочной командой ниндзя, а Муза разбирается со Сторми в Алфее. Мы феи в клубе. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году. Производство Rainbow SRL. Нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу, Винкс. Только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны и всегда устремлены к победе, Винкс. Мы от вас недалеко, мы подружимся легко. Не разлучит нас никто. Yeah.
Клуб Винкс. Школа волшебниц. В предыдущей серии Блум, Лейла, Муза, Стелла и Пикси отправляются в Гординию. Там они выясняют, что обычные люди не видят феечек. Странные парни окружают Лейлу и Музу в ночном клубе. Но Фарагонда и Гризельда спасают фей. Бой на планете Ираклион. Прости, милая, но наши Пикси первые нашли фрукты. Ты явно плохо смотрела, потому что я их видела. Это они нашли Батаву. Ха, тебе или нужны очки, или ты говоришь неправду. Ты назвала меня банщицей? Это так? Послушай, ты завидуешь нашим Пикси-питомцам. Мы все это знаем. Ты проиграла, мы выиграли. А? О чем мы спорили? Ой, не останавливайся, пой! Хозяин, 5 соколов ниндзя успешно выкрали девчонку. Это было быстро, видимо, поэтому их называют ниндзя-соколы. Сэр, а что если Скай придет их спасать? Вот пусть наш новый квинтет ниндзя охраняет ее, пока не будет заплачен выкуп. Да, сэр. Я бы хотел посмотреть на принца Ская. Скоро вся планета Ираклион будет моей. Собака! Кто-нибудь помогите! Привет! Кто тут? Сиди смирно, принц Скай не найдет тебя здесь. Мы элитная команда техно-ниндзя, мы не знаем поражений. Наверное, вы работаете на Йошиноя? Некогда болтать, нас ждут важные дела. Хм. Я ненавижу это. Я ненавижу это. Профессор, Блум права, это кошмар. Если правильно колдовать над этим маленьким облачком, то лужа будет очень небольшой. А? Вот. Знаешь, мне кажется, дождь улучшил твою прическу. Это сложно. Должен признать, заклинания на дождь очень непростые, но это самые первые специальные заклинания в истории колдовства. Знаете почему? Из-за засухи? Именно в сотнях примитивных культур были свои формы дождевых заклинаний. Простые варианты простого заклинания помогали защищаться. Девочки, как можно так грубо разговаривать с профессором? Перестаньте, несмотря на его образ, он все тот же Палладиум. И он уже к этому привык. Посмотрим, попытайтесь контролировать влажность. Пока. Увидимся завтра. Увидимся. Пошли, Амур, пошли. Наверняка где-то началась распродажа. Увидимся позже, Стелла. Эй, девчонки, мне тоже надо идти. Увидимся. Тио, ты со мной? Всем удачного дня. Пока. Пока. Что случилось, Блум? Есть проблемы? Нет, просто я думала, знаешь, я должна быть принцессой, но у меня ничего не получается. Это из-за того, что Тион сказала в классе? На самом деле, это потому... Эй, Блум, как дела? Точно! Я где-то слышала, что ты собираешься навестить родителей Ская. Пора ехать? На самом деле, кое-что изменилось. Ты, кажется, взволнован. Мои родители сказали, что у них срочное дело. Мы с Брэндоном должны все выяснить. Прости, может, в следующий раз? Подождите, если есть проблемы, вам поможет волшебство феи. А я так давно жду, чтобы увидеть цветок Ираклиона. Слушайте, Ираклион — это довольно опасное место. Ой, замечательно! Скай, перестань. Я думаю, что мы сможем помочь твоим родителям. Ладно, запрыгивайте. Ираклион! Королевство запланили, злобные ниндзя! Я должна увидеть это сама! Не уйдете! Девочки, вы готовы? Готовы. Я в порядке. Я поеду с тобой, если у тебя есть шлем для меня. Это
Это правда, что Фарагунда попросила тебя устроить концерт в Красном фонтане? Да, но я не знаю, как быть с танцами. Я могу с этим помочь. Эй, похоже на танец для вызова дождя, который мы разучили с Палладиумом. В детстве я сбегала из замка и училась погодному волшебству у фермеров. Ох, как примитивно! Наверное, твои родители были этому рады, да? А как ты думаешь? Мы уже приехали, меня тошнит на этом корабле. Ты хочешь пересечь галактику на поезде? Капитан, радар показывает, что Эраклион прямо перед нами. Хорошо. Наконец-то! Да! У меня неприятное предчувствие, там внизу кому-то нужна наша помощь. Да, когда ее заполняют техно-ниндзи. Техно-кто? Неважно. Будем надеяться, что новости отца никак с этим не связаны. Что? Диаспора украли? Это правда. А это ее брошка? Да, верно. Ее нашли там, где Диаспору видели в последний раз. Ее родители в отчаянии. Ее украли техно-ниндзя. Йошиноэ просит огромный выкуп. Воры! Ваше Величество, это обанкротит наше королевство. Наши это люди умрут с голода. Диаспора хорошая девушка, ее отец влиятельный человек. Кроме того, она лучший кандидат в королевстве на роль твоей невесты. Забудьте о моем будущем. Украден невинный человек. Мы ее спасем. Мы все пойдем. Мы сделаем все, что сможем, юная чтобы помочь. Леди, будете говорить, когда придет ваша очередь. Скай, что? Ты выступишь со мной перед народом, мы покажем знати, что мы сильны. Как ты можешь в такой момент волноваться о церемониях? Это твоя обязанность. Скай! Возможно, будет правильно, если Скай отправится на спасение. Эта девочка Блум ему совсем не пара. Это очень опасно, но, может, если он спасет ее, то передумает. Из этого дела может выйти кое-какая польза. Это правда? Да, принц Скай собрался в путь. Мы должны любым способом остановить его и его друзей. Эй, Скай! Какой у нас план? Сначала пойдем в дом Диаспоры. Где Блум? Я знаю! Она и Флора пошли искать волшебные цветы! Спасибо, Зинг. Похоже, она расстроилась, раз так быстро сбежала из дворца. Ты сможешь поговорить с ней после того, как мы поупражняемся с этими ниндзя. Ой-я! Похоже, Зинг готова к бою. Я уже чувствую себя в безопасности. Я не могу в это поверить. Я все испортила. Ты только год назад узнала, что ты принцесса. Не грусти. Мне здесь не место. Поговори об этом со Скаем. У меня не получится остаться тут с ним наедине. Вот он. Чиато, быстрее. Что это? Порта Аборал. Он нужен мне для проекта. Но он пропал. Конечно. Это телепортирующийся цветок. Почему бы нам не использовать локационное заклинание, которое мы выучили в классе? Да, но это заклинание сработает, если у нас есть что-то, что принадлежит объекту. У нас нет ничего, что принадлежит цветку. Подожди, это он? Поймала! Он! Ой-ой-ой! Блум! Сюда! Они никогда его не поймают! Мимо! Снова! Ай! Мы не можем сдаваться. Подождите сейчас! Подождите меня! Мы его поймаем! Простите, профессор! Привет, Муза! У вас вопрос по домашнему заданию? Нет, я хотела вас спросить, вы когда-нибудь видели такое? Это шпионское заклинание, но у нас этому не учат. Что? Это черная магия, Муза. Спокойной ночи. Что же задумали эти Трикс? Не надо изображать, что у тебя есть силы паука. Если ты пикси насекомых, то у тебя и правда есть силы паука. Точно! Все равно, тебе лучше спрятаться. Да, а вот и ниндзя. Ты готов? Ха!
Скажи мне, это вы забрали Диаспору? Зачем мне? Что? Это сделали они, и теперь мы в немилости у нашего хозяина. Они? Кто они? Ведь вы лучшие ниндзя. Хозяин нанял специальную команду техно-ниндзя. Они лучшие в измерении, и мы знаем про них только одно. Их называют Сила Пи. А? Брэндон, кто это? Ты Ешиной я. Злодей, который охотится на Скай с самого детства. Из-за него ты занял место Скай. Именно, Ешиной хочет завоевать трон и делает для этого все возможное. Что происходит? Это предупреждение. Кто-то считает себя очень крутым. Блум, перо принадлежит одному из ниндзя, да? Обычное оружие его используют злые ниндзя, кто борется с добром. Из специальной технокоманды? Нам нужно найти Диаспору. Срочно. Должен быть способ узнать, где она. Это брошка Диаспоры. Можем прочитать специальное заклинание. Вы знаете заклинание, которое приведет нас к ней? Мы окажемся довольно близко, но оно не очень точное. Я никогда не колдовала над предметом, который давно потеряли, но я попробую. Начнем работу. Нам нужно приготовиться к заклинанию. Сегодня мы спасем Диаспору. Вот, нам туда. У нас есть время до утра. До утра Диаспора будет в безопасности. Точно. Но что будет после того, как мой отец заплатит выкуп? Локет, ты чувствуешь опасность? Откуда? Отовсюду! Зинг тоже ее чувствует! Это не человек! Это суперчеловек! Наверное, это ложная тревога. Тут ничего нет. Нам надо идти вперед. Зинг! Флора! Ты ранена? Мне некогда болеть. Наверное, это какой-то заблудший ниндзя. Надеюсь, это не серьезная проблема. Флора, сейчас! Сфера огня! Корень добра! Брэндон! Руку! Вы это видели? И скорее бы рассказать другим. Сначала он появился справа, потом слева. Тихо. Это они. Кто они? Хорошо, злобные ниндзя, мы проучим вас во имя... Молчи! Как ты смеешь, когда случается несправедливость, мы спешим на зов. Бойтесь, злодеи. Мы — это Бен, справедливый парень. И Бо, загадочный антигерой. И Джимпи, самый умный на свете. Джанка, принцесса красоты. И Кио, самый сильный. Джанко, дай мне мои детали. И голова. И вместе мы команда ниндзя ученых Почимены. Ха-ха-ха! Почимены! Круто! Сэмпре Онима, Карима Спагоне. Точно, мне показалось, что одна из сфер вылетела оттуда. Ты смелая, раз пришла сюда одна. Спасибо тебе за это, а то я заскучала. Ураган Почимен! Волшебница Винкс! Бьющий молот! Помада! Огненный щит! Это серьезно? Какие они быстрые! Путы из лозы! Ты никогда не заставишь принцессу Диаспора выйти за тебя. О нет, огненная сила. По полной. Пора припудрить ваши носы. Что она делает? Я не вижу. Нет. Хорошо, Сторми, больше никаких бесплатных трансляций от твоих шпионов. Волшебство Винкс. Я разберусь с тобой, малышка. Муза, осторожно! Не волнуйся, у меня есть идея. Ишатары, кашатары. Ты думаешь, ты сможешь контролировать мои облака этим глупым кашатары, дождевым танцем?
день. Мне нужен душ. Зарк, иди сюда, малыш. Не бойся, справедливость справилась со злым принцем Скаем. Мне наплевать на вашу справедливость, я богатая. Она меня смущает. Я успокою ее. Хорошо, но веди себя прилично. Где мы? В тюрьме Йошиноя. Я уже бывал тут. Мы почти нашли место, где прячутся почемены. Почему-то они на нас и напали. Мы не можем бороться с ними один на один. Они слишком сильные. Я не понимаю, почему они думают, что они правы? Они же похитители. Знаешь, у меня появилась отличная идея. Мы можем помочь? Откройте окно. До восхода осталось всего несколько часов. Да, как только заплатят выкуп, все будет кончено. Какая ты глупая. Громкий бас. Ишатары, кашатары, уау, собака. Ишатары, кашатары, уау, собака. Ишатары, она никогда не договорит это заклинание. Сбежать было легко. Самое сложное – это спасти диаспору. Мы даже не знаем, где она. Мне кажется, я узнала, где она. И она прямо в середине логова почеменов. Если бы было время вернуться и взять демолекулятор, тогда мы бы могли телепортироваться и быть незамеченными. У меня есть идея получше. Цветок? На самом деле заклинание не перенесет нас, но оно поменяет местами двух человек. Что? Чтобы перенести сюда диаспору, нужно послать кого-то туда. Ты шутишь? Я готов. Подожди, обменять можно людей одного роста и веса. Наверное, это я. Нет, мы найдем другой путь. Это очень опасно. У нас нет времени на что-то другое. Но она тебе даже не нравится. Это правда, но ты помнишь, как ты сказал родителям о том, что надо поступать правильно? Хорошо, чтобы завершить заклинание, нам нужен свет. Отлично. Сила солнца на моей ладони! Хорошая девочка, ты меня радуешь! Спой мне! Давай, может быть, ты сможешь усыпить меня! Она использовала дождевой танец, чтобы успокоить бурю! Ты какой-то злобный для героя! Да, тяжелое детство, деревянные игрушки! Ты же не наденешь мне на голову эту гадость, да? Сработало! У тебя проблемы. А как мы узнаем, когда нам нужно вмешаться и помочь? Вопрос отпал. Ты уверен, что этот план сработает? Мы должны удерживать их, пока Зинг не вернется. Это нечестно. Блум спасла меня. Я ненавижу ее. Почему она нравится Скаю? На самом... Я всю жизнь вырабатывала осанку, училась этикету, хорошим манерам, всему. Мы понимаем. И после всего этого я должна выйти замуж за принца. Все ради этого. Слушай, в волшебных измерениях полно принцев. Это должно быть где-то здесь. Мое волшебство! Ты беззащитна. Силовой аккорд! Как ты посмела использовать такой дешевый трюк, мерзкая девчонка? Я покажу тебе, как колдовать. Муза, ты за это заплачешь! Браво, Муза! Я под большим впечатлением! Что теперь? Они загнали нас в угол! Команда, настало время навсегда разобраться с ними. Вы готовы? Помогите! Как раз вовремя! Да. Что это, секреты? Бен, давай, читай ее! Это записка о выкупе. Ты узнаешь печать Йошиноя? Вы похитители! Локет, что случилось? Они идут! Они там! Наверное, это ошибка. Точно, мы знаем, что Блум не проигрывает. Нет! Все в порядке. Теперь мы союзники. Мы на стороне справедливости. Мы спасем прекрасную диаспору из лап злобного лорда Йошиноя. Блум совершил очень смелый поступок, достойный принцессы. Спасибо, сэр. Вернее, ваше высочество. Но эти почемены слишком опасны. Мы не можем позволить им остаться на планете Эраклеон. И что, если их снова кто-то обманет, и они снова нападут? Вы позволите, ваше высочество? Мне кажется, я знаю, как от них избавиться. Я полон праведной ярости из-за обмана. Это непростительно. Значит, Скай не был злодеем? Кто тогда злодей? Мы точно знаем, что король... Минутку, он не злодей. Может, Йошиноя и король работали вместе? Это значит, настоящие злодейки диаспоры и королева. Ты думаешь, они заставят Йошиноя жениться на диаспоре? Я снова запутался. Ну что, Скай, ты слышал о неприятностях? О да, ужасные неприятности.
А? Планета Земля захвачена очень плохими парнями. Люди Земли в опасности! Вперед, пичемены! Вперед! Видите, это было легко. Но, Блум, Земля твоя планета. Ты не боишься посылать их туда? Об этом я и не подумала. Но они же герои. Будем надеяться, что их там не занесет. А как все прошло с твоим отцом? Скажем так, он признал, что Блум подходящая принцесса. В следующей серии «Школы волшебниц» Муза устраивает концерт в Красном фонтане. Она надеется поразить своего строгого отца и стать известной певицей, какой была ее мама. Но Сторми врывается в зал с намерением отомстить. Мы феи в клубе. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году. Наши крылья трепещут под знаком Винкс! Клуб Винкс! Клуб Винкс! Мы феи в клубе Винкс. Мы вместе вецвела нас судьба навсегда. Волшебницы ведь мы. Производство Rainbow SRL. Винкс, так вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе. Винкс, волшебству у нас учись. Мыслям добрым улыбнись. Без оглядки в путь пустись. Как ветер, если решишь, можешь стать одной из нас. Мы волшебницы, добрые феи. Конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены к победе. Винкс, мы от вас недалеко. Мы подружимся легко. Волшебниц. В предыдущей серии Блум, Флора и специалисты борются с непобедимой командой техно-ниндзя на родине Ская в королевстве Ираклион. После нескольких неудач они спасают принцессу Диаспора. Тем временем в Алфее Муза сражается со Сторми и побеждает ее. Сторми клянется отомстить. Шоу должно продолжаться. Вы когда-нибудь боялись тишины? Через несколько часов начнется большой концерт в Красном фонтане. Я буду выступать. Блум говорит, что у меня замечательный голос, и зрители будут в восторге. Они будут танцевать и петь со мной. Она уверена, что сегодня передо мной откроется путь к музыкальной карьере в свете софитов. Я помню, ты однажды сказала мне, что для того, чтобы петь, нужно верить в своих зрителей.
ты чувствовала себя на сцене в первый раз? Поздравляю, для своего возраста ваша студентка проявила невероятную музыкальную одаренность. Да, она много работает, у нее настоящий музыкальный талант. Редкость. Эти цветы для тебя, мама. Я бы хотела, чтобы мой дебют был похож на твой. Увы, ты не сможешь увидеть меня сегодня. Но я буду петь для тебя. Моза, я надеюсь, ты готова к своему концерту. Потому что этот вечер ты запомнишь надолго. Муза, тебе конец. Конечно, я выиграю секретный сосуд, но только если получу поцелуй на удачу. Посмотрим. Ты любишь клубничную помаду? Или ты больше любишь вишню? Надо же! Как хорошо быть мной! А? Что это? Помада? Этого я не просил. О, эй, красотка! Мы знакомы? Мне нужно, чтобы кто-то поддержал меня в финале. Отвали! Я... Один, два, три, четыре. На перекус. Нам всем нужно подкрепиться. Пока рано. Дай мне саксофон. Я хочу повторить все еще раз. Ты с ума сошла? Этот саксофон очень дорогой. Муза, посмотри, кто папа! Пришел. Сюрприз. Муза, моя маленькая девочка. Толстый маленький папаша Музы. Очень интересно. Фарагонда пригласила меня. Она говорит, что мою малышку ждет большое будущее, но я думал, что найду тебя за уроками в Алфее. В конце ежегодного турнира будет большой концерт. И так как Муза думает о карьере профессиональной певицы, я подумала, что это отличный шанс для нее. Я очень благодарна за это, но я не думала, что ты придешь, папа. Папа, что случилось? Муза, ты все еще хочешь стать певицей? Да, я хочу. Ради меня и ради мамы.
Муза, нам надо поговорить с тобой один на один, пожалуйста. А? Момент папа уже был знаком с Ривеном. Он ему не понравился. Но как он может судить о ком-то, посмотрев на него всего 2 секунды? Он неуважительный, высокомерный, совершенно безответственный. Это неправда. Все так говорят. Он просто соревнуется со Скаем. Вот и все. Неужели ты не могла выбрать себе принца? Может, у Ривена и непростой характер, но, по крайней мере, он искренний. Мама, разве плохо следовать своим мечтам? Разве вы с папой так не поступали? Вы жили ради музыки. Поверь мне, юная леди, это будет твой первый и последний концерт. А? Что? Как ты можешь это говорить? Ты всегда жил музыкой. Я говорю о твоей жизни. Как ты думаешь, куда приведут тебя все эти танцы, когда тебе будет 30 или 40 лет? Как ты будешь кормить свою семью? Я хочу быть певицей, а не танцовщицей, ясно? Я не могу позволить, чтобы это произошло. Ты думаешь, мне нравится с тобой ругаться? Нет? Может быть. А зачем ты меня расстраиваешь? Тебе нравится злиться. То, что случилось с твоей мамой, ничему тебя не научило, да? Ты и мама научили меня верить в мои мечты и бороться за них. Как ты мог об этом забыть? Как? Я не понимаю. Не надо было тебе этого говорить, Муза. Ты не оставила мне выбора. Я перевожу тебя в другую школу. А? Прости, но когда-нибудь ты поймешь меня. Если ты захочешь поговорить, я здесь, хорошо? Мой папа был молодым музыкантом, когда увидел первый концерт моей мамы. Привет. Знаешь, я написал произведение для виолончели и голоса, и подумал, может, ты захочешь спеть его, ну, чтобы хорошо, как бы... Хорошо, но завтра днем я возвращаюсь домой. Может быть, завтра утром? На самом деле, папа ничего не сочинил. Ему пришлось написать песню за одну ночь. Песня была простой, но маме понравилось ее петь. У мамы и папы была любовь, как в сказке. Они были влюблены. Они работали вместе. Но вскоре работы стало мало, и музыка перестала приносить денег. И все равно папа делал все, чтобы мама исполнила свои мечты. И в этот момент появилась ты? И хотя они были очень бедны, они были рады моему рождению. Раньше папа говорил, что день моего рождения был самым счастливым днем в его жизни. Ванин! Что случилось? Что? Ванин! А потом, что случилось? Мама заболела. У нас не было денег на еду, не то что на лекарства. Мама умерла. Мы ничего не могли поделать. Ванин. Папа так и не отошел от этого. С тех пор он не сыграл ни одной ноты. И я стала центром в его жизни. Мне кажется, твой папа просто боится. Если ты займешься музыкой, это может плохо кончиться. О, Лейла! Я хочу быть феей музыки! И я не хочу терять ни вас, ни своего отца! Муза, этого никогда не случится. Просто выступи как надо и не думай ни о чем, хорошо? Некоторые дни полны радости и счастья. Эти дни ты никогда не забудешь. Теперь, дамы и господа, я хочу пригласить на сцену самую яркую звезду Алфеи – Стелла! А бывают моменты, когда все идет нормально. Ну, вроде того. А теперь очередь Стеллы. Мое соло будет следующим. Спасибо! Если грустно тебе, улыбаться не вмочь, спой ты песню с летящим ветром. И тогда новый ритм унесет тоску прочь. Ты начнешь танцевать беззаветно. Руки шире раскини, до неба скорее достань. Мы поем для вас, и мы хотим, чтобы было все хорошо. Мы дарим радость вам и всем желаем мы удачи большой.
страшно тебе и потерян ты. Вспомни, силы в тебе сокрыты. Ведь несчастья уйдут и вернутся мечты. И любовь победит все обиды. Сердце ты открой и точно станешь звездой. Мы поем для вас и мы хотим, чтобы было все хорошо. А сейчас, в честь основателей Красного Фонтана, наши специалисты исполнят для вас традиционный огненный танец. А где милашка, которую я видел утром? Брэндон, ты не сосредоточен. Оу! А! Это моя приманка. Муза не сможет отказаться от соревнования, а я опозорю ее перед всеми. Этот свет для меня настал самый важный момент. Так, давай я тебя освежу. Расслабься, подруга, все будет отлично. Это только первые ноты. Я боюсь, что не справлюсь. Эй, муза! Тебя пришли послушать эльфийские музы. Не надо ей этого говорить. Дамы и господа, феи, ведьмы и специалисты. Ну вот, она не попадает в ноты. С большой гордостью представляю вам нашего следующего исполнителя. Настоящую звезду вечера. Пожалуйста, мама, будь со мной сейчас. Пожалуйста, поприветствуйте муза. Моя песня называется «Под небом без луны и звезд». Ты покинула меня, и в душе моей тоска. Ведь теперь ты не со мной, забрала ты мой покой. Слышу твой голос, я в тишине, так грустно мне. Салфетки для сентиментальных. О, нет. Под небесами без луны. Папа, ну нет!
Что там? Оставайтесь на своих местах, иначе от старика ничего не останется. Муза, мне нужна ты, только ты. Отпусти моего отца, он тут ни при чем. Если ты любишь этого жалкого старика, иди, займи его место. Иначе он разделит твою ужасную судьбу. Хорошо, Сторми, ты сама напросилась. И я разберусь с тобой, волшебница Винт! Подумай о том, что твои звуковые бомбы сделают с людьми. Ты правда хочешь, чтобы они пострадали, а? Муза, пожалуйста. Нет, Муза, не сдавайся. Хорошо, Муза. Мы обе знаем, кто из нас сильней. Послушайте, мне нужно, чтобы вы все помогли мне. Давайте споем вместе. Что? Муза что, сошла с ума? Грустная песня, очень кстати. Пойте! Давайте, делайте, что говорит Муза! Пойте с ней, ну же! Доверьтесь Музе, она знает, что делает, пойте! Вот так, не стесняйтесь! Это что-то доказывает? Музе помогает абсолютная сила музыки. Она становится сильнее, чем злая душа ведьмы. Я чувствую силу вашей песни! О, нет! Что происходит с моими силами? О, нет! Будь ты проклята, Муза! Сторми покинула здание! Сторми? Не волнуйся, волшебная песня никому навредить не может. Вот увидите, мы еще встретимся со Сторми. Сэр, вы в порядке? Вы не ранены? Спасибо, Ривен. Я был неправ по поводу тебя. Папа, Ривен! А теперь все позади. Я дала свой первый концерт. Ты была права. Я поверила в своих зрителей, и все встало на свои места. Сила музыки – это настоящее волшебство. После всего, что случилось с нами, я думала, что музыка разделяет людей. Но сегодня я поняла, это совершенно не так. В следующей серии «Школы волшебниц» клуб «Винкс» отправляется в Гардинию на Хэллоуин. Давняя завистница Блум Митси задумала злой розыгрыш. Джоли предсказывает неизбежную гибель, но правда ли, что дом полон привидений? Не уходите, у нас для вас сюрприз. Мы феи в клубе Винкс. Мы дружим и мы вместе навсегда. Это мы все вместе классно в клубе Винкс. Мы Винкс! Сделайте погромче! Логично! Энергично! Я голосую за Винкс! Красота должна объединиться! Винкс! Клуб Винкс! Мы феи в клуб. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году.